лось. Лось андринский. Это вон олень. Вон, вон. Олененок какой-то. А смотри, сколько их маленьких лежит. Смотри, сколько. Они как зайцы. Откройте мне, пожалуйста, окно. Конечно. О, это ты все-таки решил, да? Помоги. Не бойся, не бойся. Это закрой окно. Ой, ой, ой. Ой, сколько мух, сколько мух. Ой, что, не съесть? Ой, 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 не надо, не надо. Тебя боится, малыш, боится него. У нас очень красивые мухи на нас. И ноздри очень красивые. Какие ноздри. Надышал мне на всю камеру. Я ему по пальцам не перееду случайно. Вы меня извольте, пожалуйста, бояться. Привет. И вообще-то вон какой. А вы тут раздаете еду какую-то. Привет. А, в общем, можете выкидывать, я готов употреблять. Помнишь, ты боялся вначале, а теперь смело просто даешь им кушать. А для куда вы поехали? Ничего, вот тут. Лизнул, как хорошо. Чуть, а можно погладить-то? Смотри. Ты гляди на них, ты когда еще... С ума сойти, посмотри сколько. А сидела, как будто двое, да? А тут увидали маленьких вкусных детишек. Сказали, ну-ка, что там у нас на обед? А потом вспомнили, что у них на обед болото с забором. Ой, там ему, конечно, и морковкин галлон. Ой, а можно мне тоже морковку? Так, да, мне вот тоже кусочек очень вкусно. Вот, спасибо. Все, мне залезало, все окно мне залезало. Ну, ребята, у меня два оленя просто. А ты знаешь, да, что у меня еще есть? На, хороший, на. Какой же ты хороший, ну. Так, все, ой, смотри, со всех сторон ждут. Ну вы, ребят, вообще. Давай, давай, давай. Вот. Молодец. Один и другой. Очень вкусно, спасибо большое. Слушай, я ему прыгну, это ничего не стоит, правда? Он, наверное, думает, ну и зачем мне эта машина? Я дом белье замочил. Чего мне это все не надо вообще? И морковь съедят, и медведям ничего не достанется. А каким медведям? Так. Так он, видишь, за какой сеткой? Смотри, берлогу им там вырыли целую. А вы здесь без морковки, что ли? Если без морковки, это дальше, там, вот, на Торонто. А ну, ребята. Да. Поедете на полную скорость. А на полной скорости здесь не получится. Чего? Это сафари-парк.